Где бутылку достали? Нашли в ручье, честное слово. Не ври, не ври, дураков нет. Ну-ка, дай сюда. Эй, не надо! Пошла, дворняга. Врешь, никакая она не дворняга. Может, она волкодав? А вот и волкодав. Скажи, Тенга. Да, волкодав. Ну что ж, я ее покупаю. Держи. Ах, вот вы где. Я с ног сбилась, бегаю повсюду, ищу вас, а вам все нипочем. Убирайся отсюда. Где вы целый день носитесь, бессовестные мальчишки? Ну, смотрите у меня, я вам покажу. У нас чуть сердце не разорвалось из-за вас. Ну, нашлись. Нашлись, нашлись. Матико, Матико, забирай своего сорванца. Боже мой, где ты их нашла, Дарёва? Ну, не расспроси, где они были. Идем домой. Ты безобразник. Ну, подожди, отец вернется, он тебе покажет. Зачем же ты испортил бутылку? Ну, это же ничья бутылка. Я ее нашел в ручье, значит, она теперь моя. Вещи надо беречь, сынок. Война. И так вокруг все рушится. Я сейчас заклею как следует. В хозяйстве все пригодится. Бабушка, когда папа приедет? Когда война кончится. Мой руки. Иди мой. Я все время с водой возился. Они у меня совсем чистые. Ах ты хитрец. Всегда найдет ответ. Больше не играй с этим. С кем, бабушка, не играть? С Тенго? Да нет. Я говорю о том большом мальчике. Не прыгай. Не прыгай. Здорово. Поднимайся наверх. Присаживайся. Здравствуйте. Я опять пришла к тебе за мазью, Даро. Ешь, Зура. Я тебе с удовольствием дам. А что, помогает? Даже очень помогает. Рана стала заживать. Неужели его опять в этот ад пошлют, когда на ноги встанет? Ой, Господи. Ну что ж, не бери мазь, не лечи его. Ой, да ты не обижайся, Даро. Говорят, война скоро кончится. А потерять кормильца в последние дни войны. Сама понимаешь, что это значит. Держи. Я Спасибо. На днях забегу к вам. Спасибо тебе. До свидания. До свидания. Даро! Дарико! Да, входи, Макине. Не могу, я за тобой пришла. У нас беда. Мальчик с дерева упал. Плечо сильно расшиб. Еще слава богу, что голова цела осталась. Иди скорее. Я жду тебя, Даро. Сейчас иду. Возьми меня с собой, бабушка. Нет, сынок, нельзя. Могут прийти за мазью. Она лежит в чулане, в спичечных коробках. Смотри, не шагу из дома. Я приду через полчаса. Один больше. Бросим еще раз. Упадут два ореха. Один тебе, другой мне. А вдруг собака сорвется? Ну и пусть срывается. Наш тигр ей задаст. Опять у тебя на один больше. Кидай еще раз, Тенга. Как она собралась? Как крепко была привязана. Ты что, свою собаку голодом морешь? Что она стала вдруг на детей бросаться? А зачем они по чужим садам лазят? Мы же взяли у тебя несколько орехов. Ты почему не присматриваешь за этими сорванцами? Посмотри на них. Совсем распустил их. На меня кричать нечего. Скажи, пожалуйста, я еще виноват. Ни на минуту от вас покоя нет. Боже мой, на кого ты похож? Матико! Что, дорога?
что-нибудь случилось? Ну, говори. Ой, горе мне! Единственные штаны порвал. Иди сюда, покажи. Ну, поворачивайся, бессовестный. Ой, 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 глаза мои на тебя не смотрели. Ой, 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 вот вернется отец, он тебе покажет. Что я скажу твоему отцу, если с тобой что-нибудь случится? Ведь собака могла тебя искусать. Боже милосердный, благодарю тебя, глупый мальчик. Ах, ты противный мальчишка. Повешу штаны на забор, пусть все увидят, какой зура непослушный. Не надо, бабушка, не вешай, я больше не буду. Я тебе не верю. Ты мне уже много раз обещал, ступай. Ступай. А ну, марш, вон отсюда. Сейчас, сейчас. Ну что ж, дедушка, сейчас начнем. Не беспокойся, все будет хорошо. Открой пошире рот. Так, хорошо. Не закрывай, пошире, пошире. Так, сиди тихо, только не двигайся. Ничего, ничего. Спокойней. А теперь скажи мне, какой зуб лучше, свой, который болит, или серебряный, который не болит? Ну, давай руку и совершим обмен. Ты возьмешь свой зуб с собой, а я отнесу эту корзину домой. Иди. Корзину ты мне вернешь? Она мне нужна. Не беспокойся, пересыпем и вернем твою корзину. А завтра что принести? Ну, ты сам посмотри, что там у тебя есть. А ты действительно большой специалист. Душу вместе с деньгами вырываешь. Прекрасный сорт. Ребята, тащите в кладовку. Пожалуйста, кто следующий? Прошу. Идите, идите. Садитесь. Откройте рот. Так. Я положил вам в больной зуб мышьяк. Завтра обязательно приходите. Идите. А ну, посмотрим. Смотрите, не разбейте. Прошу, уважаемые, прошу. У, кого я вижу? Здравствуйте. Сейчас, сейчас. Не закрывайте рот. Сейчас посмотрим, что у вас там. Угу. Держите, не разбейте. Да-да-да, спокойно, не волнуйтесь. Осторожно, вы ничего не почувствуете. Главное, сидите тихо. Ага. Закройте рот. Давайте вашу руку. Вы берете зуб с собой. А я несу бутылку домой. До свидания. Ах, хорошая тетя. Только маме не показывайте. Зура, иди сюда. Ты не будешь больше лазить по чужим садам? Нет, бабушка. Тогда купим штаны. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо вам большое. Смотрите, совсем новое. И как раз вашего размера. По-моему, она вам очень идет. Хорошо, я возьму. Ну, мы с вами, значит, в расчете? Да-да, все в порядке. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Ему нужны штаны. Что-нибудь найдется? Ах ты мой миленький. Сейчас, одну минутку. Только больше не рви. Ему, наверное, подойдут штанишки моего Марлена. Они почти не ношенные. Я их возьму. Носи на здоровье и поскорее из них вырастай. Ступай, надень. Здесь масло и яйца. А масло нужно? А яиц у меня много, боюсь, они испортятся. Не беспокойтесь, они свежие. Мамука! Марлен! Осторожно, отнесите это в кладовку. Скажи, Даро,
От Гуга что-нибудь есть, как он там? Уже месяц от него ничего нет. Ему и не пишет. Я уже год от сына писем не получаю. А я и ждать перестала. Ни от мужа, ни от сына писем нет. Ох, проклятая война. Скорее бы она кончилась. Дай бог, чтобы они все вернулись домой. Нельзя терять надежду, надо ждать и верить. Ты же умеешь бороться, иди. Нет, нельзя, бабушка смотрит. Дура! Я здесь сижу, бабушка! Ты боишься штаны порвать. Но ведь это не твои штаны, а толстого Марлена, сына зубного врача. Зура, иди домой, Зура! Ну чего вы замолчали? Давайте бороться. Выходи, только ловкий победит. Кто-то смелый, выходи. Только ловкий победит. Кто-то смелый, выходи. Давай, Марлен, вызови кого-нибудь. Выходи. 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 Только ловкий победит. Кто-то смелый, выходи. Нет, я меньше его. Ну вот еще меньше. Ты же в его штанах ходишь. Но ведь они прошлогодние. Он же давно из них вырос. Он в два раза выше меня. Значит, эти штаны старые. Фу! Только смелый выходи, только ловкий победит. Только смелый выходи, только ловкий победит. Ну, хватит отдыхать, вставайте. Пора браться за работу. А то мы сегодня ничего не успеем. Ладно, не кричи, встаем. Ну, идите, идите, шевелитесь. Знаете, сколько еще надо сделать? Пойдет дождь. Идемте быстрее. Ну, с вами тут пропадешь. Пошли, пошли быстрее, ой, пошли. Спину ломит. Мама! Я здесь, сыночек, я здесь, мой миленький. Ты слушаешься, бабушка? Да, мам, слушаюсь, даже очень слушаюсь. Ну, какой хороший. Ты помогай бабушке по хозяйству, ведь она у нас старенькая. Угу. Дети, а вы уже завтракали? А? Конечно, завтракали. Ну, тогда идите. Бегите, играйте. А? Мама, можно я побуду с тобой? Ты мой родной. Я пошел, Тенго. Ты тоже иди, Тенго. Иди, мне надо работать. Только очень далеко не убегайте. Чего это вам не спится, сорванцы такие? А я своей маме завтрак относил, а у Зуры зуб разболелся. Ну хорошо, у Зуры зуб разболелся, а ты чего явился сюда? Приходите позже, доктор никогда не встает так рано. Чего смеетесь? Выходите, будем бороться. Но мы еще не завтракали. Чего смеетесь? Сейчас я вам покажу. А ты не боишься, ты же еще не завтракал. Я один против двоих, да? Нет, можешь выбрать одного из нас. Всыпь ему, Марлен. Ой! Господи, детей убивают, убирайтесь, мерзавцы! Убирайтесь сейчас же отсюда! Мамука! Марлен! Моя! Моя на помощь! Наших детей убивают! Скорей! Скорей! Мамука! Марлен! Мамука! Ну, паршивцы, берегитесь! О, бедный, стойте! Господи, немедленно остановитесь! Я вас все равно поймаю! Так уж и на дюжерке забудете! Какие-то
убийца, бандит, лучше не показывайтесь мне на глаза! Берегитесь! Вы виноваты! Это вы плохо смотрите со своими шалопаями! Я буду жаловаться! Разойдитесь! Домой! Не реви! Да не кричите ты на них, они не виноваты! И без моего разрешения не сметь выходить на улицу! Я всем зубы повыдергиваю, и взрослым, и детям. Отдай колокольчик, хватит тебе. На, звони. Ну, приехали. Давай сюда. Становитесь в очередь. И тоже становись. Не напирайте. А вдруг собака на авто опять сорвется? Не сорвется. Смотри, он все орехи сорвал, ни одного больше нет. Да нет, вон, видишь, один висит. Он, наверное, остался на дереве, потому что червивый. Энго, Зура, подходите, я вам первым налью. Ну, чего вы стесняетесь? Подходите. Мы давно не виделись. Бурдухан! Бурдухан! А? Вынеси детишкам орехи. Как, все это арави? Нет, вот этим двум неси, не скупись. Сколько вам налить? 4 литра. 2 для меня и 2 для Тенга. Сюда и 7 литров свободного идет. 1, 2. Это 3. Это 4. Знаете что? Я вам дам еще бесплатно. 1, 2. Это в знак нашего примирения. И... Ну так, а теперь тащите домой. Подвигайся поближе, сынок. Ну что же вы? Ну говори, сколько тебе налить? 5 литров. 5 литров. 1, 2. Постойте, дети, возьмите орехи. 3, 4, 5. А спасибо, тетя. Здравствуй! Здравствуй, мой дорогой! Тибо! Здравствуй! Здравствуй, Даро! Давно не виделись! Ты чего в дом не идешь? Сидишь на ступеньках, как тебе не стыдно? Что пишет Гуго? Давно писем нет. Даже не знаю, что и думать. Белый свет уже не мил. Входи. Иди, Зура. Входи, Тибо. Вы что, собрались на зимнее пастбище? Да. В этом году в первый раз идем туда, где были бои. Ох, устал я сегодня. Держи, сынок. Тибо, пойди умойся, а я приготовлю ужин. Возьми, Зура. Ты ни о чем не беспокойся. У меня все с собой. А ну, сынок, полей-ка мне на руки. Ну, хватит, хватит, Зура, у меня уже руки чистые. Ну, ты мой хороший. Давай кушай. Ну, Зура, открывай сумку. Что же ты? Найди там что-нибудь повкуснее. Подожди, я помогу тебе. Так. Вот, молодец. Ты здесь нужен больше, чем на войне, Тибо. Масло, молоко и мясо. Разве это не так же нужно, как танки, самолеты и пушки? А какие вы труженики, всем известно. Садись, Зура. Да, всем сейчас достается. Каждый делает, что может. Мы сегодня весь молодняк на базаре продали. 250 голов. Видишь тот чемодан?
Весь набит деньгами. Сам даже не знаю, сколько там. Надо бы пересчитать. Мы их отошлем, и на эти деньги сделают такие танки для Гуго и наших ребят. О! Выпьем за них. За победу. Завтра будем считать деньги. Как бы война поскорее кончилась. Принеси еще вина, Зора. У дверей стоит другой кувшин. Смотри, не разлей. За победу. Господи, дай нам победить в этой справедливой войне. Людоеды, размолол бы их на мельницу, будь они прокляты. Налей, дружок. Полней, полней. Так хорошо. Дай Бог счастья. Пей на здоровье. Иди ложись. Постель готова, а я пока починю твои вещи. Если ты прикоснешься к моим вещам и посмеешь хоть что-нибудь зашить, моей ноги больше в этом доме не будет. Я поклялся ходить в таком виде, пока война не кончится. И я не изменю своей клятве. Ой, бедняжка. И на кого ты стал теперь похож? А ведь раньше ты был таким аккуратным, Тибо. А что делать? Ты, пожалуйста, за меня не тревожься. Я человек ко всему привычный. Я знаю. Я все время путаюсь. Стой. У меня никак не получается. Как сюда попала эта бумажка? Это же из твоей пачки. Ну да, она будь внимательнее. 20... Здравствуйте. Здравствуйте. Садись, что ты не мешаешь. Боже мой, опять сначала. 30, 40, 200, 50, 60, 300, 400, 70, 80, 600, 90. 700. А эта бумажка опять откуда взялась? Какая так, это? Не давай кончим. Сюда. Ты можешь быть повнимательнее? Ой, опять запуталась. С ума сойти. Ну-ка, Зура, зови людей на помощь, пусть помогут считать, а то нам одним не справиться. Я опять сделала. Что мне делать? Бабушка Матикол, идите быстрей, помогите считать. Я? Господи, да я даже своих кур не могу пересчитать. Зура звал меня. О, помоги нам считать, Матикол. Что это, деньги? Да, вот и помогай. Боже мой, в жизни не видела так много. А это деда. Ой, Матико, что ты делаешь? Я так ты что же нам опять все перепутал? Откуда у вас появилось столько денег? На, возьми, считай, внимательно. Теперь придется опять начинать все сначала. Они фальшивые? О чем ты говоришь? Это все живой скот, коровы, быки, овцы. 400. 500. Считай, десятки и клади под камень. 600. Опять не знаю. 700. Какие у меня пересчитаны, какие еще нужно 900. Пересчитать? Мне уже все рассказали, я к вам иду помогать. Большое спасибо, дяденька. Я ведь бывший бухгалтер. Ну не что мешай, это такое? Куда Зура пропала? Здравствуйте. О, наконец-то. Здравствуйте. Смотри, что он делает. Наконец-то. Садись. Садись. Присаживайся, присаживайся, дорогой. Только ты один можешь расслабиться. Начинай, палку дай сюда. И фуражку сними. Ну вот. Давайте начинать. Вы больше ничего не трогайте. Вот тут десятки. Давай. Может быть, ты начнешь с сотенных? Молодец, просто чудо. Я бы до конца жизни с этим не справилась. Вот Бог умение дал. Как ловко он с этим разделался. Эй, старой гвардии, не отставать. Здравствуйте, Бог. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и молодец ты, бухгалтер.
Может, проводить до вокзала? Да нет, не стоит. Идем. Добрый день, Тибо. Здравствуйте, здравствуйте. Крестная дорога! Крестная дорога! Кто это зовет меня? В чем дело? Это я вас зову. Бабушка, лисичка. Откуда она? Я был в поле, пахал. И на лисью нору наткнулся. Лису, наверное, охотники убили, а лисята остались. Я отнес их на базар и продал по трешке. А этого вам принес. Ты мне скажи, откуда ты такой голосистый взялся? Я из Шамбетти, крестная. Постой, а ты меня откуда знаешь? Ой, господи! Да ты же сын Арчила-Скилашвили. Твоего деда звали Тима. А вот твоего имени я не помню. И меня зовут так, как моего дедушку. Меня зовут Тима. А вы помните, как вы меня лечили, когда я с лошади упал, и у меня горб начал расти? Ну, конечно. Как вы там все живете? Папы нет, он на фронте. А мы с дедом приехали на базар. Вот, держите, это вам яблоки. Как мед сладкий. Ой, если бы не ваша мазь. Что ж ты стоишь, Тима, входи. У тебя спина больше не болит? Не болит. А зайти я к вам не могу, потому что дедушка на базаре ждет меня. За яблоки спасибо, а вот насчет лисы. Я сам буду за лисичкой ухаживать. А чем кормить ее? Сыр, хлеб, мясо, она все любит. Эту корзину верните, а это вам, сам сплю. Ну, хорошо. Спасибо тебе. Оставь лисичку, я ее выращу, ведь она корова дойная, а лисичке много не надо. Если тебе попадется трава с желтой головкой, сорви ее и высуши для меня. Я заберу ее потом. Ну, до свидания. До свидания. Траву я сам привезу. А если лисенок вам надоест, вы шкуру сдерите, мясо зажарьте. Очень вкусно. Хорошо, хорошо. Анзура, возьми. Молоко привезем. Смотри, только осторожней, не пролей. Thank you.
случилось? Перестаньте, перестаньте сейчас же, я кому говорю? Зубра, оставь его. Немедленно прекратите, безобразники. Из-за чего это вы подрались? Ну, говорите, что вы не поделили? Какая муха вас укусила? Он сказал, что любит Наташу. Какую Наташу? Которой мы молоко носим. Вам все врет бабушка, он ее совсем не любит. Ну, вы же оба можете любить Наташу. Нет, а я не хочу, чтобы он ее любил. А ты сейчас не прав, Зура. Давайте, ребята, поговорим. Ладно. Кто из вас больше любит Наташу? Я, грёстная. Нет, бабушка, неправда, неправда. Я больше люблю. Ладно, ладно. Что может быть лучше любви? А вот вражда и ненависть, хорошо бы их совсем не было. И вы, дети, любите друг друга, правда? Ну, хватит, мальчики, дуться, обнимитесь. Тенго, ну что же ты? Давай, Зура, обними его. А? О, ребята, Зура, Зура, оставь его. Как вам не стыдно, Зура, Тенго? Лучше ступайте оба к Наташе и позовите ее играть. Вот до чего может довести любовь. В этой маленькой корзинке есть помада и духи. Лента, кружева, ботинки, что угодно для души. Раз, два, три, четыре, пять. Ты идешь искать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 18, 23, 27, 42, 47. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Зура, выходи, я тебя вижу, ты за корзиной. Это ты, тигр, виноват. Чего ходишь за мной? Три, четыре, 16, 17, 18, 26, 28. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Резо. Палочка, вручалочка, выручи меня. Резо. Раз, два, три, четыре, пять, 15, 25, 27, 33, 38, 45, 48, 85. Отстань, чего ты ходишь за мной? Уходи отсюда, уходи. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Зура за стеной. Отец Зура водит, отец Зура водит, отец Зура водит. Наташа! Это тебе, а вот это тебе. Ну, а теперь Наташа. Домой. А, здравствуйте. Здравствуйте. Вам моя Наташа не очень надоела? Ну, что вы, приходите, пожалуйста. Спасибо. Приходите почаще. Пошли, Зура. Бабушка, когда война кончится, Наташа уедет отсюда? Конечно, уедет. Но она будет приезжать к нам. Да, наверное. Вот беда. Только этого мне не хватало. Что случилось на авто? Ничего особенного. Вот что натворила ваша лиса. Полюбуйтесь. Двух кур она задушила у Тебро. У Гиги семерых цыплят. Идемте, посмотрите сами, если вы мне не верите. Ничего не понимаю. 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас кура цела, да, Зура? А зачем своих губить? Ну что? А вы чего молчите? Разве я один должен за всех говорить? Нехорошо? Успокойся, Нафто, а ты зря так волнуешься. Она меня еще успокаивает. Развела в доме настоящий зверинец. Какой убыток, какой убыток. Тетя Даро, я пришла за мазью, у дедушки опять разболелась поясница. Ступай, Зуры, он тебе даст. Нет, вы только подумайте, из лисы захотела сделать домашнее животное, а? Ну где же это видано? Ты бы еще волка завела! Ты сам похуже волка на авто, за своих кур любому горло перегрызешь. Не твое дело. Не твое. Попридержи язык. Я все верну. Вы мне скажите, пожалуйста, кому сколько? Не надо нам ничего возвращать. Мы не затем пришли.
Главное, Даро, не волнуйся. А все-таки лису в доме опасно держать. Зверь есть зверь. Да, пожалуй, Даро, она права. Я не хотела тебе говорить, но твоя лиса и у меня стащила одного петуха. Ладно, отпущу ее. Смотри, как понеслась. Беги, беги. Правда хорошо, что отпустили ее? Не знаю. Как только у коровы пропало молоко, она и пошла воровать. Значит, у нас сегодня и для Наташи не будет молока, да, бабушка? Ничего не огорчайся. Наташа Тенга отнесет молоко. Их корова как раз неделю назад отелилась. Скорей бы война окончилась. Скоро кончится. Скоро, сынок. А ну-ка, найди наш дом. Вон он, бабушка. А когда война кончится, Наташа отсюда уедет? Конечно, уедет. Но она будет иногда приезжать и письма писать. Знаешь, бабушка, я уже совсем не боюсь войны. Честное слово, не боюсь. И в сарай не спрячусь. Ах, ты моя радость. Скорее, Шелико, так и опоздать можно. Ты не подгоняй меня. Я же не машина. А сделать кое-как совесть не позволяет. А и шить на твою лапу не так-то просто. Поезд, наверное, сейчас подойдет. Целое стадо можно было бы за это время разделать. Отойди, парень, и убери лошадь, она мне мешает работать. Да что вы стоите надо мной? Не беспокойся, ты не опоздаешь. Ты же знаешь, что поезд новый. И рельсы новые. А новый поезд по новым рельсам не может быстро идти. Правильно. Странный народ. Шей скорее, Шелико. Вы же мне только мешаете. Сами задерживаете. Сегодня, Шелико, случай особый. Так что ты уже заканчивай скорее. Ладно. На, надевай. Денег я не возьму. Нет, нет. Оставь, сегодня такой день. Да? Нет. Ну что ж. День победы я ни с кого денег не беру. Ну-ка, помоги. Сейчас. Ага. Хорошо. Стой, стой! Как влитый. Со мной не пропадет. Носи на здоровье. Ну, поехали! Со мной, ребята! Поезд! Поезд! Поезд!
хорошо! Как наши? Все в порядке! Сурика! Герой! Вернулся, сыночек. Вернулся, мама. Ты никого не убивал, сынок. А? Ну, что ты, мама? Конечно, нет. Ты правда не убивал людей? Нет, мама, нет. Сыночек, бедный мой сыночек, дорогой мой. Теперь я буду тебя лечить. У меня же ничего не болит, мамочка. Бедный мой сыночек. А ведь я много раз жалел, что не взял с собой твоей мази. Я тебя посылала, но ты почему-то не получал. Мой мальчик. Мамочка. Мой родной мальчик. Сура, неужели это ты? Да, пап, это я. Как ты вырос, совсем большим стал. Родной ты мой мальчик. Как я по тебе соскучился. А ты, наверное, не узнал своего папу. Нет, узнал. Разбойник ты этакий. Ах ты, моя солнышко, кудрявый ты мой сыночек, дорогой. Ах ты, моя радость. Опа! Гуга! Thank you.
Ты не думай, я... Не стоит об этом говорить. Войну мы выиграли, а это главное. Знаешь, мама, я совсем забыл о ней. Ни разу не вспоминал, даже во сне не видел. А свои вещи она напрасно не взяла. Носила бы их. Нам-то они ни к чему. Она стала поздно приходить. Не сидела с ей дома. Совсем забросила ребенка. В общем, чужая она была. Я и не стала ее удерживать. Хорошо, что еще ребенка не забрала. Ну что ты, Зура наш, я бы его ни за что не отдала. Ты его, кажется, любишь больше, чем меня. Даже не знаю, что тебе сказать. А ты помнишь, сколько лет твоему сыну? 28 исполнится в октябре. Ну, значит, вся жизнь впереди. Знаешь, как собака Нафта у нас чуть не разорвала. Да, знаю. А кто тебе сказал? Птичка сказала. А птички не умеют разговаривать. А правда, папа, кто тебе сказал? Ты же сам мне только что рассказал про собаку. Дурачок. Ну, что дальше? Знаешь, папа, Тенгу она тоже чуть не разорвала. Вот как? Тенгу, ты тоже там был? Да, дядя Гуга. Сначала она на Зурикона летела, а потом на меня. А про лисичку ты знаешь, как она чужих кур воровала? Да. Я все знаю. Тебе бабушка рассказала? Ты же сам об этом мне только что рассказал. Наглец, который посмел так поступить с нами. Разве ты не знаешь, что мы наводим на всех страх? Нас боятся и звери в поле, и птицы в небе. А ты осмелилась осыпать сливами нашего героя. Сверху все одинаковы. Как я могу знать, кто из вас герой? А, ну если это так, то почему именно на него ты выспала свои сливы? Ты сделала так и в первый, и во второй раз. Ну, осторожней. Не кидайте! Ну, хватит, поехали! Поехали! Принимайте гостей. Добро пожаловать.
Хочешь, я научу тебя играть на пандуре? Зурико, что с тобой? Почему ты такой хмурый? Я хочу домой, мне тут скучно. Ну что ты, Зура? Завтра поедем на охоту, а послезавтра домой. И тетя Ено с нами поедет. Будет помогать бабушке делать ее чудесные мази. Бабушка всегда делает свои мази сама. Но мы погуляем, а ты еще покатайся немного. Только смотри осторожней. Если бы лошадь тебя сбросила, или какой-нибудь зверь выскочил из леса, что было бы с нами? Об этом ты не подумал, нехороший мальчик. Боже мой, ты даже не понимаешь, что могло случиться. Я же, бабушка, не нарочно. Лошадь сама понесла и сюда прискакала. Ну да, понесла. А лошадь случайно не говорила к бабушке «хочу». А как же, говорила, говорила бабушка и даже плакала. Не сегодня, завтра в школу пойдешь. Постарела я, сынок. Нет у меня уже сил. Хорошая, добрая женщина принесла бы счастье нашему дому. Она, наверное, шить умеет. Она тебе брюки сошьет новые. И вышивать, наверное, умеет. Разукрасит. Не хочу никого. Я не хочу. Честное слово, я стану послушным. Я не порву больше брюки. Она и постирает, и в комнатах приберет, и за тобой озорником присмотрит, приголубит тебя, обнимет. Ба, вот. Я не хочу, чтобы она обнимала меня, не хочу! Перестань, сынок, ты привыкнешь к ней, полюбишь ее, станешь называть мамой. Если ты будешь, бабушка, так говорить, я возьму коня, убегу на фронт и никогда в жизни больше не вернусь к тебе. Зачем ты так говоришь, сыночек? Ты меня огорчаешь, не надо. Ты же называешь меня сыночек, вот и я стану называть тебя мамой. Не надо, Зура. Значит, ты не хочешь? Нет, не хочу. Не хочу. Так далеко. А вот так близко. Это бинокль отца? Да, твоего отца. Кто тебе сказал? Мой папа. Это бинокль твоего отца. Он прислал его тебе в подарок. Ты все врешь. Спроси его, если не веришь. Папа! Папа! Папа, ведь правда, что отец Тенга послал ему этот бинокль? Ну да, он просил передать. Смотри, до его возвращения не разбей. А скоро папа вернется? Скоро. И привезет тебе ружье. Он мне привезет ружье? Ну да. А к нему еще и патронтаж. Мама, мама! А ты мне купишь бинокль? Да, мой мальчик. На таком же ремне, как этот? На таком же. И ружье тоже купишь? Куплю, сынок, куплю. А вдруг ты не достанешь точно такой бинокль? Чтобы с одной стороны было далеко видно, а с другой близко. Не беспокойся, обязательно достану. Бабушка! Бабушка! Мама! Мамочка! Смотрите, какой бинокль папа мне прислал с фронта! Дядя Гуга его привез! А вы плавать умеете? Еще как! Я могу 20 раз туда и обратно, туда и обратно. Скорее раздевайся, Тенго!
Ах, вы обманщики! На. Бах, 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 бах. Пойдем сейчас на речку купаться. Не могу, пойдем завтра, сынок. А почему не можешь? Тетя Ино белье стирает, я должен помочь ей. Из колодца воды принести, наколоть дрова. Понятно? Что с тобой, Зура, как тебе не стыдно? Ты, видно, хочешь меня в могилу свести. Она добрая, хорошая женщина, а как ты с ней обращаешься? И отца огорчаешь. Вот мы уйдем, и ты останешься один на свете. Ты этого хочешь? Вот и пожалуйста, пусть я буду один. Я хочу остаться один-один на свете. Зура, ну разве можно такое говорить? Я тебя не узнаю. Какая уж там мама. Он даже говорить со мной не хочет. Не знаю, что делать. У Зурико сердечко очень доброе, я его знаю. Просто он не может сразу привыкнуть к новой маме. Это все война. Мы жили все время только вдвоем, он слишком привязался ко мне. В этом все дело. Наверное. Я его сейчас найду и расцелую. Не торопись. Всему свое время, детка, будь терпеливой. Мне одна мысль пришла в голову. Говори, мама. Я хотела вот что предложить.
Мы с Зурой поедем в город. На время, конечно, на год или два. Осенью он должен пойти в школу, надо сейчас решать, что нам делать. Мальчик должен привыкнуть к новому положению. Когда сможете, будете приезжать к нам в Тбилиси, и постепенно все уладится. Как ты думаешь? Не знаю, мама, сам не знаю. Ты действительно решила уехать, и мальчик с тобой едет? Да. А почему вдруг? Что у вас случилось? Да ничего особенного. Наш Зор никак не привыкнет к новой матери. Вот плохо. Ничего, пройдет время, образумится. Как-нибудь проживу этот год в городе. У меня там племянница замужем. Ну, к ней и поеду. Наверное, Зора скоро соскучится по дому. Тогда и вернемся обратно. Да, конечно. Но ты же к городской жизни не привыкла. Я хочу помочь моему Гугу. Ему и так пришлось столько пережить. Так пусть хоть сейчас немного порадуется семейной жизни. На тебя теперь вся надежда, дочка. Корова еще долго будет ходить на пастбище, с ней хлопот мало. А за садом Гуга присмотрит. Возвращайтесь поскорее, мама. Конечно, конечно, доченька. А ты привыкай хозяйничать. Яну, я все сказала, но ты тоже не забудь. Если хотите иметь ранний лук, сажайте его в сентябре, а всю остальную зелень лучше весной сажать. Знаю, мама, знаю, не беспокойся. Она все-таки горянка. Во всех этих делах не очень разбирается. Ты уж сам за всем присматривай, дорогой. Хорошо, мама. И мне купили новые туфли. Знаю, бабушка сказала, их можно только в школу носить, а то порвутся. Зура! Смотри, учись только на пятерке, Зура. На пятерке и шестерке. Семерки, восьмерки, девятки и десятки. А я тоже пойду в грузинскую школу, так мне сказала бабушка. Русский мы с бабушкой и так хорошо знаем. У нас, может быть, откроется русская школа в поселке. Зура, ты сможешь туда перейти, Зура. Тебя переведут. До свидания, Зура. На каникулы приезжай домой. Смотри, Тенга, пусть Наташа только с тобой играет, а больше ни с кем. Хорошо. Ты моего тигра возьми, ведь он тебя слушается немного, а папу он совсем не признает, потому что он был на фронте, когда тигр родился и был маленький. И Яну он может укусить, а папа его прогонит тогда обязательно. Ты уж лучше возьми его к себе. Ладно. Но у меня же есть Пушок. Это даже хорошо, значит, тигру не будет скучно. Но я спрошу бабушку. Пока спросишь, пусть поживет у тебя. Ладно, Зура. А в красивом доме ты будешь жить? Не знаю. Вчера тигр поймал такую крысу у нас во дворе. Огромную. Не веришь? Тигр, тигр! Зура, быстрей! Ну, в общем, я на тебя полагаюсь, сынок. Зура, не беги, осторожней. Не стойте так близко. Учиться будешь хорошо? На семерке, восьмерке, девятке и десятке. Будь умницей. Буду. Гуга, побыстрее, мы можем опоздать. Скорей. Хватит, отпусти. Ну, будь здоров, так. Будь здоров, дорогой. До свидания. До свидания, сынок. Подойдите подальше от поезда. Осторожно. Зура, иди сюда. Давайте.
Было очень давно. Что было, бабушка? Я расскажу тебе сказку. Это все произошло очень давно. Неподалеку от монастыря стояла... Деревня Крицицы? Крицицы. А помнишь, как дядя Тибо съел баранью ногу и выпил бурдюк вина? Да, помню. А смешная у нас лисичка была, помнишь? Помню, Зура. Спи, сынок. А как я в бутылке сделал дырку, а ты меня ругала. Помню, сынок. Спи. А ты помнишь, как я чуть не утонул в ручье? Да, помню. Ладно, спи, завтра поговорим. Ба, тетя Яну вместе с папой приедет. Наверное. А помнишь, как собака набросилась на меня и на Тенгу? Ладно, сынок, хватит. Нужно спать, уже поздно. А как мы с Тенго связали двух птенцов куропатки, и потом ястреб их унес? Ты помнишь, ба? Да, помню. Ты помнишь? Помню. Thank you.